Продовольственная безопасность и питание являются основополагающими элементами целей в области устойчивого развития до 2030 года, включая цели 1 и 2 по ликвидации нищеты и голода. В Кыргызстане, несмотря на положительную динамику в сфере продовольственной безопасности, все еще сохраняются некоторые проблемы в области питания. Каждый 14-й житель страны страдает от недоедания. Каждый 7-й ребенок в возрасте до 5 лет имеет задержку в росте. Каждая 3-я женщина страдает анемией. Каждый 6-й взрослый – ожирением. Для устойчивого улучшения продовольственной безопасности и питания необходимы многосекторальный подход и комплексная политика. Проект ФАО «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания», осуществляемый при финансовой поддержке Российской Федерации, внедрил инновационные пилотные проекты в области школьного питания, социальной защиты и миграции в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Это помогло разработать модели межсекторального сотрудничества на политическом и законодательном уровнях для улучшения продовольственной безопасности и питания населения. В рамках пилотного проекта ФАО по улучшению школьного продовольствия и питания в Кимине был построен логистический центр для обеспечения школ и других социальных учреждений безопасными и питательными сельскохозяйственными продуктами на устойчивой основе. Данный пилот помогает улучшить качество школьного питания и обеспечить открытый и справедливый доступ к рынку для местных фермеров. Для этого логистический центр был оборудован холодильниками, лабораторией для контроля качества поступающей продукции и транспортным средством для осуществления поставок. В этом проекте мы на сегодняшний день по Кеминскому району все школы обеспечены горячим питанием. И мы связали данный проект по строительству логистического центра. Это качественные продукты, которые предоставляются именно школам. Это для наших детей, это для здоровья и наших детей. Очень полезный и хороший проект на сегодняшний день реализован. Желательно бы еще продолжать данный проект и расширяться в этом направлении. Логистический центр был создан для обеспечения 29 школ или около 3000 школьников здоровым и полезным питанием. Он способен работать как минимум с 50 местными производителями, осуществляя закупку, хранение и поставку их высококачественной сельскохозяйственной продукции в школы и другие социальные учреждения. Мы надеемся на логистический центр, что все то, что нам нужно, мы будем иметь поставки в свежем виде оттуда. В целях дальнейшего улучшения школьного питания ФАО оказала поддержку Министерству образования и науки в оценке и разработке нормативных документов для пришкольных садов и огородов. Социальная защита имеет важнейшее значение для сокращения бедности и улучшения продовольственной безопасности. Однако сама по себе она не может устойчиво улучшить питание и укрепить средства к существованию бедного сельского населения. В Джалалабадской области пилотный проект ФАО «Денежные средства плюс» дополнил пособия, предоставляемые в рамках Национальной программы социальной защиты малообеспеченных семей с детьми «Үйбүлөгө көмөк» сельскохозяйственной поддержкой. Это включило строительство теплиц, закупку сельскохозяйственных материалов для выращивания питательных овощей, обучение по инновационному сельскохозяйственному производству и здоровому питанию. Өндүрүлгөн продукциялардын бардыгын кайрап иштетүү боюнча окууну өтүштү жана ошондой эле сууну кантип сарамжалдуу пайдалануу боюнча дагы ошондой жакшы окууларды өтүп, анын эсебинде ошо ФАО'нун жардамы жана ошондой эле Чүй-Талас облусунда СКС ишканасы менен биргеликте ушулар келип тренингдерди өттүштү. Азыр биз сатып албайбыз. Теплицага ошолордун баарын өзүбүз эгип алабыз. Ошо салатын эсте алганы, помидорго, огурцуну базардан сатып албайбыз. Өзүбүздөн чыгат теплицадан.
Этот проект дал мне надежду. Когда я смотрю, когда мои дети с утра убегают, идут, и там огурцы, я уже на небесах. Я говорю спасибо им за то, что они так нам помогли, научили. Сотрудничество ФАО с Министерством труда и социального развития в рамках совместного пилотного проекта «Денежные средства плюс» помогло 150 сельским домохозяйствам или 840 членам семей, включая 472 ребенка в Джалалабадской области, увеличить доход и улучшить питание. Сельскохозяйственные мероприятия ФАО также помогли улучшить продовольственную безопасность и питание более 370 жителей Нижнесерафимовского социально-стационарного учреждения для престарелых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Недавно посаженный фруктовый сад и подготовленный и заполненный рыбой пруд обеспечат им более разнообразный, здоровый и полноценный рацион питания. Я думаю, вот это, скажем, жареная рыба или там вареная рыба, это уха какая-то, да, вот она будет полезна для наших бабушек, дедушек, для наших инвалидов, я думаю. А плоды, конечно, мы их соберем, мы высушим. В Кыргызстане проект ФАО разработал и опробовал инновационные интегрированные модели программ для улучшения продовольственной безопасности и питания. Один из таких проектов, которые сильные, потому что они, этот проект очень комплексный. В этом проекте адресуются вопросы сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, питания вопросы, здоровья вопросы, правильное питание, вопросы образования, вопросы, и, что важно, социальной защиты. Пилотные проекты послужат успешными примерами для дальнейшего межсекторального политического диалога в области социальной защиты, школьного питания и сельского хозяйства.